profesor, apoi vor deschide niște cetrii cu voi. Specialist din Izdaută, Gărădeț, Evgenii Ivan Caslov și Vasare. Победу в этом бою врача единогласно решением судей одержал боксер Красного Угла Денис Даунова Городец. Награждение боксера проводит прокурор Городецкого района Константин Васильевич Михайлов. Награждение проводится в Таблинке. За первое место весовой категории до 64 килограмм награждается Денис Даутов, Городец. И за второе место в этой весовой категории награждается Иван Козлов. Чебоксары, Чебоши. Награждение проводит прокурор Городецкого района, большой любитель спорта, Константин Васильевич Михайлов. Большой аплодисмент.